Новые туристические объекты, выставки, новые крымские маршруты. Все самое интересное о Крыме в программе «Крым-курорт». Сегодня в вечернем эфире. Международный фестиваль керамики под открытым небом. В четвертый раз в Крыму мастера гончарного искусства из разных стран рассказывают о своем творчестве и, конечно, показывают его на мастер-классах. Смотрите в нашей программе «Истории тех, кого вдохновило керамическое искусство». Живые истории. Сегодня вечером. Знания истории и духовного развития полуострова. Знания христианских основ. Мы размышляли, мы работали вместе. Важно чувствовать команду как единый организм, когда все думают, все предлагают идеи. По-моему, мы отлично провели время. Для любого православного христианина вера – это жизнь. Острая борьба. Победит сильнейший. В программе «Зерно истины». Сегодня в вечернем эфире. Я приветствую вас на этом прекрасном конкурсе. Желаю вам благословенных успехов. И постигайте, изучайте, вникайте в ту богатейшую историю, которую таит в себе в недрах наш православный благословенный Крым. Учиться, учиться, еще раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денежков. Это авторские свидетельства. Видите, лучшего применения им не нашлось. Он щедр и элегантен. Он Остап Бендер 90-х. Вот это что, вот лампочки эти, что вот это? Вот видите красная кнопочка? Нажимаем ее, оп, и вот загорелась красная лампочка. Видите? Как только загорится зеленая, вот загорелась, видите? Информация вся стерта, элементарно. Он Александр Абдулов в фильме «Гений». Сегодня вечером. Гений – это уже не наша компетенция. Гениями занимается исключительно Академия наук или КГБ.